Ну что ж, HMCS Хайда, миноносец типа Трайбл, который служил Королевскому морскому флоту с 1943 по 1963 годы и участвовал как во Второй мировой войне, так и в Холодной войне. Хайда потопила больше кораблей противника, чем любой другой военный канадский корабль. Она также является единственным выжившим миноносцем из 27 судов, которые были построены в период между 1937 и 1945 годами для Королевского военного морского флота, а также ВМС Австралии. Теперь Хайда является музеем на набережной Хамильтона, Онтарио, куда мы сегодня, в принципе, и пришли. В 1984 году миноносец был признан национальным историческим памятником Канады. И я рекомендую всем посетить корабль, а особенно папам с сыновьями. Keep your eyes. Серёжа, можно еще на кораблике покататься? Короче, я поднимаюсь тоже. Вау! Очень медленно, не спешите. Габи, не спеши. Хорошо, доченька? Боже, это бы везде только лазило. Собрались наверх. Ой, мне страшно, я так боюсь. Ой, кажется, что сейчас все проломится подо мной. А это что здесь было? Что это здесь такое маленькое? Так, ну все, здесь как Титаник, прям можно. Вот здесь, как я не знаю, это корма или как это называется, то что. Я стою, прям чувствую, как немножечко он шевелится. Сильно нельзя, потому что тяжелый большой корабль. Но я чувствую, как вот немножечко такое шевеление под ногами. И Дося плохо чувствует? Это он думает. Папа, вижу activated guns. Где там написано? О, Господи, Боже мой, сейчас еще выстрелит, тут нас обстреляет. Все, и нахрен. Орли, я ходила вверх-вниз по ступенькам. Хавали Лазман. Ну, смотри, по-моему. Так что здесь было? Были вот эти ракеты. Вот это пушка. Это вторая была. А, вот здесь маленькая. Не, вот это первая, это вторая. А, ту, которую мы сейчас видели. Да. А вот это наверху. Второй-то не понятно. А как туда наверх добраться? А мы там были, вот здесь были, там где капитанский мост. А, так я тоже там была, да, или нет? Нет, ты один уровень не добрала. А, я один уровень. Ты был на корабле? Да, это настоящий корабль. Представляешь, люди на нем плавали в море. Мама, look, so we're inside here, next to that big pool. Да. Здесь такой шум, а почему здесь шум? Так, Габи, идем сюда, Габочка, иди сюда. Смотри осторожно. Колокольчик большой, 1943 год. Ship's bell. Ой, Костя, держи ее. Боже, здесь везде эти дыры. Как я спустилась вниз. И вообще я здесь, конечно, прохожу такой экспириенс спускания, поднимания, чего я немножко боюсь по этим узким ступеням. Но так интересно, вот люди, которые здесь жили. То есть во время плавания, да, по 50 человек.
жила вот в этой окружности. Мы сейчас будем смотреть везде всю эту площадь. Они здесь ели, это и столовая была, а вот там, видимо, каюты, в которые мы пройдем попозже. Абсолютно изумительное, интересное путешествие. Но такая немножечко состояние по этим ступеням вниз-вверх ходить, это, конечно, надо быть в хорошем шейпе, чтобы вот это все вот так вот лазить целыми днями, считайте, они это то, что делали, лазили. Ну и сегодня кто на лодках работает, на лодках, на кораблях плавает, он ходит. Ой, а это что за... А это что такое? Это настоящий, как они, наверное, наверх передавали патроны на пули, от него бомбы как-то. Ого. Тоже все дорога. Так, это... The ship's canteen was the place where men could buy supplies such as cigarettes, razors, shampoo, salt drinks, beer. Короче, магазин. Тут они покупали вещи. То есть магазин на борту. А это торпеды. О боже, здесь были торпеды. Вот это да, вот это система. А вот, да, написано же Torpedo Tubes. Вот они, Torpedo Tubes. А, я их уже снимала где-то в другом месте стояла. So they put them out and then they fired them. Вот они, торпеды, вот так они закладывались. Вот это военный корабль, вот это да. No, actually, when we're going close to the car, can I make a video? Хорошо. Okay, good. Thank you. Так, идем. Сюда. Офисы, офисы. Корабля. Вот это капитанская здесь. Здесь главный сидел директор, босс корабля. Вот как этот корабль заходил. Как это называется? Не бухта, а как это там, где наполняется водой. Вот телефоны. Алло, алло. Земля, земля. А вот здесь можно как морские узлы вязать. Кто хочет научиться морские узлы вязать, может здесь вязать разные системы. А это, наверное, красавчик-капитан. Ну, он уже, конечно, тут в возрасте, но тоже симпатичный мужик. Кошка в каюте. Ух ты, какая классная рамка для фотографии сделана, как будто она прикреплена между двумя ракетами. 15 minutes. А где папа, Эдо? 15 minutes до закрытия. Ты хочешь попробовать сделать? No. Не хочешь попробовать? А, вот здесь даже есть фотографии, Эдо. Ванна даже такая. Ну, наверное, для красоты поставили. Я не думаю, что тут была прям настоящая ванна. Так, выходим здесь. О, maybe all the soldiers went in there. Okay, we're not going in there. Не, мы туда не идем, это тоже какие-то торпеды. Или газ какой-то. Я не знаю, что это, короче, одним словом. И, ой, так хорошо, когда выходишь на воздух. Я бы, наверное, если была этим моряком, я бы, наверное, сидела только на палубе все время. Ой, как хорошо. Просто супер. Вон, Габи, еще стульчик есть. Габи, вот еще стульчик, садись. Габи, не трогай Эдо. Иди сядь, вот стульчик. Все, Габи, иди сюда. Габи, иди сюда. Габриэль, Габи. Папа идет. Габи идет с папой. Сейчас я тебе... Так, сейчас мы будем идти по этому мосту. Мамочки мои дорогие. Доша, держись крепко-крепко, хорошо? Так, я должна пройти, чтобы побороть этот страх. Я должна пройти. Какая я молодец. Мамочки.
Ужас. Вниз лучше не смотреть. Вот я на такой тоненькой, я как этот в этом в цирке, который по канату практически себя чувствую.